Вот такие обалденные товары со скорой распродажи я вам сегодня покажу. Всем привет! Скоро на AliExpress будут большие скидки в честь десятилетия площадки, и я решил поискать для вас интереснейшие товары с максимальными скидками. Вдруг вам что-то понравится. А если ничего не приглянется, то сами зайдите на страницу с самыми лучшими предложениями и скидками и поищите, что хотите. Ссылки на эти страницы я оставил в описании. А сейчас я вам покажу то, что мне показалось достойным вашего внимания. Ставьте себе в корзину то, что вам приглянулось, и покупайте на распродаже с 27 по 1 апреля. Приятного просмотра! Крутые необычные кроссовки. Если вы занимаетесь баскетболом, волейболом или подобными видами спорта, то мимо этих кроссовок точно не пройдете. Легкие, с амортизирующей подошвой, высокие и практически невесомые на ноге. Просто идеальный выбор для длительных активных тренировок на корте, спортплощадке, да и просто, я думаю, погулять в таких очень будет удобно. Материал подошвы Ева-пена высокого качества. Верх матерчатый, со вставками из крупной сетки. Набор сигнализации для ловли карпа. Комплектация набора сигнализаторов поклевки может быть разная, от 2 до 4 сигнализаторов поклевки. Каждый набор укомплектован цветной иллюстрированной инструкцией с подобным описанием элементов управления и функционала. Каждый сигнализатор оснащен стандартным разъемом для подключения свингеров. Есть влагозащита, регулировка тональности, чувствительности и громкости, световая и звуковая сигнализация поклевки, ночной режим, виброрежим на пейджере, а также есть защита удилища от мощных боковых поклевок за счет штормовых ограничителей, а также мгновенная регистрация поклевок благодаря чувствительному ролику с 4 магнитами. Лучший фонарь для велосипеда. Особенностью данной модели является способность реагировать на торможение яркой вспышкой света. То есть, когда вы тормозите, фонарик вспыхивает ярким светом, подобно стоп-сигналу автомобиля, этим самым напоминая автомобилистам о вашем присутствии на дороге и предупреждает о торможении. Фонарь и крепление сделаны из алюминия. Объем встроенной батареи 400 мАч. Есть два варианта крепления фонаря – на подседельный штырь или под седло. При покупке нужно выбрать, какой вариант вам подходит. Также в арсенале фонаря есть датчик света, защита от воды IPX6, зарядка от USB, что очень важно, скажу я вам, и два режима работы, ручной и автоматический. В режиме авто фонарем можно вообще не управлять. В светлое время фонарь загорается только при остановке, автостоп. Первая в мире автоматическая интеллектуальная зубная щетка, которая ломает все классические, знакомые нам с детства, правила чистки зубов. Это крайне необходимая зубная щетка, и она действительно впечатляет своими возможностями. Эта удивительная щетка выполняет три основные задачи: чистит зубы, выполняет массаж десен и отбеливает зубную эмаль. Для этого в процессоре заложены 4 режима работы. Первый – интенсивная чистка зубов, второй – деликатная чистка, третий – массаж десен и четвертый – отбеливание. Управление осуществляется одной кнопкой. Используемый силикон устойчив к повреждениям, экстремальным температурам, солнечным лучам и так далее. Такой материал не трескается, не высыхает и не становится хрупким со временем, что делает его идеальным для использования в полости рта. После использования устройства можно легко промыть, полностью погрузив воду. Новая интеллектуальная система сигнализации позволит производить контроль над безопасностью вашего дома, квартиры, гаража, склада, офиса, дачи или магазина. Среди преимуществ сигнализации можно отметить следующее. Есть встроенная возможность подключения к стандартным и целой серии дополнительных датчиков, разделение охраняемой территории на несколько типов зон с возможностью их переименования. При возникновении опасности система производит дозвон на 6 установленных вами мобильных телефонов, а также осуществляет оповещение путем отправки SMS на 3 номера о состоянии сигнализации. Управлять ею также можно удаленно, например, звонком или SMS. В случае отключения постоянного источника питания, она имеет встроенную батарею, которая поможет ей проработать еще дополнительно несколько часов. Ваш дом – ваша крепость, и новая сигнализация поможет вам в его полноценной защите. Робот-мойщик для чистки окон, кафеля, моющих обоев, стен и пола. Это небольшой односторонний мойщик окон-робот, имеющий квадратную форму.
Его высокоскоростной вакуумный мотор держит его устойчиво на поверхности стекол и даже стен. Запатентованные высокие трения и антискользкие силиконовые ремни позволяют роботу свободно двигаться на любой поверхности. Для удаления загрязнений используются салфетки и микрофибры достаточной толщины, которые впитывают большой объем жидкости, нежели салфетки предыдущих моделей. Салфетки из микрофибры при необходимости можно легко снять, промыть и использовать в будущем. Цифровой графический планшет для рисования и не только. Сферой его применения являются цифровое рисование, 3D-моделирование, создание анимационных фильмов, компьютерных игр и спецэффектов в кино, архитектурный и промышленный дизайн, создание модных концептов, рукописный ввод данных в компьютере и так далее. Активная область планшета составляет 10 на 6,25 дюйма, что на данный момент является оптимальным размером с точки зрения эргономики, а пропорция сторон 16:9 соответствует большинству современных мониторов. В комплекте с графическим планшетом используется цифровое перо AP31, в котором применена самая современная на данный момент технология пассивной зарядки. Оно не требует наличия встроенного аккумулятора или батарейки, что делает его более дружелюбным к окружающей среде. Отпариватель для одежды можно использовать дома, в офисе или в путешествии. Он вырабатывает непрерывный поток пара, который хорошо проникает в ткань и расправляет складки, чистит, дезинфицирует и избавляет от неприятного запаха. Многофункциональность – вот одно из массы самых привлекательных качеств такого бытового прибора. Он создан для эффективной очистки, дезинфекции и обеззараживания абсолютно разных поверхностей, независимо от их типа и назначения, и может с легкостью применяться как для очистки одежды, так и для ухода за мягкой мебелью, мытья окон и кафеля. Устройство имеет компактные размеры и неприхотлив в обслуживании, идеален для использования как в домашних условиях, так и в поездках. Отпариватель представляет возможность быстрой и качественной глажки без неудобной и громоздкой гладильной доски. Вакууматор предназначен для создания безвоздушного пространства внутри пакета с продуктом. Герметичность упаковки и отсутствие воздуха предотвращает окисление, обветривание пищи и препятствует развитию бактерий, которые приводят к порче или гниению. Таким образом, это помогает существенно увеличить срок хранения самых различных продуктов – мяса, рыбы, овощей, фруктов, всевозможных полуфабрикатов и готовых блюд. Вакууматор – это отличное устройство и подойдет для тех, кто любит быстро готовить. Он вам даст долгое и безопасное хранение. Это умный беспроводной видеозвонок с датчиком движения и Wi-Fi подключением. Когда кто-то звонит в дверной звонок, ваш телефон получает мгновенное уведомление. Вы можете открыть дверь удаленно через приложение Live Home и общаться непосредственно через ваш мобильный телефон. Благодаря инфракрасному датчику движения, встроенному в дверной видеозвонок, каждое, даже легкое движение будет зафиксировано. Домофон самостоятельно отправит уведомление о посетителях на ваш мобильник. Кроме того, возможна функция записи. Таким образом, вы поймете, что кто-то подходил к двери вашего дома, а также узнаете, чем этот человек занимался. Если злоумышленники сорвут домофон, мгновенно сработает сигнализация. При этом модель отличается достаточно стильным дизайном. 160-градусный объектив обеспечивает широкий обзор для наблюдения за чем-либо, происходящим вокруг вашего дома. Вы можете легко подключиться к домашней сети Wi-Fi и отправить живое видео на свой телефон. Можно смотреть видео в любое время и в любом месте через телефон. Универсальный компактный разветвитель для зарядки. USB-кабель, который никогда не спутается в кармане и не займет много места, имеет разветвитель на 3 самых популярных типа разъемов. Таким кабелем можно подключить практически любое устройство для зарядки или передачи данных. С одной стороны есть стандартный USB, а с другой находятся 3 разъема – USB Type-C, Lightning и Micro-USB. Провод можно использовать для подзарядки и синхронизации с другими электронными устройствами. Высокий смеситель для кухни с выдвижным душем и сенсорным управлением. Стильный, модный и относительно недорогой, как для таких смесителей с удобной ручкой регулировки воды и большой высотой излива около 40 см. Так что кастрюли мыть будет очень удобно. Кран для мойки, конечно же, надежен и практичен. В нем поворотный излив на 360 градусов. Вертикальная рукоятка, ламинарная струя и душевая струя. Блокируемая душевая струя, переключение при закрытии рукоятки, магнитный держатель выдвижного душа, керамический узел смешивания, и он также подходит для работы с проточными водонагревателями. А еще в нем есть функция сенсорного управления.
устанавливается легко, без особых усилий, а стоит прям в несколько раз меньше, чем у меня в стране. Давно себе хочу приобрести такой или подобный смеситель. Что скажете, интересно было бы посмотреть обзор и тест этого устройства? Пишите свой ответ в комментариях, я их все читаю. Ну как вам сегодняшнее устройство? Мне кажется, много полезного я вам сегодня показал, что скажете? Помните про распродажу, которая начнется в эту пятницу и продлится до 1 апреля? На ней можно будет купить все, что давно хотели. А также AliExpress подготовил для вас кучу разных интересных предложений. Ссылки на интересные страницы с товарами я оставил в описании. Спасибо всем, кто ставит лайк и подписан на канал. Напишите любой комментарий, если вам не сложно. Это очень поможет продвижению видео. Спасибо вам и пока-пока.